Друзья, коллеги, привет! С вами снова я, Надежда Владиславова, и в прошлый раз, как вы помните, я вам обещала рассказать, как успешные люди программируют себя на результат. Ну, собственно, мы с этого и начали, да, когда начали разговор об НЛП, что отцы-основатели НЛП Джон Гриндер и Ричард Бендлер свои модели снимали с самых успешных людей своего времени. Одни из них были гениальными коммуникаторами, другие люди, наоборот, умели входить в такой режим неизбежности, ставя перед собой цели, да, то есть вижу цель и точно знаю, что она сбудется. Кто-то очень классно разрешал конфликтные ситуации, кто-то в экстремальной какой-то ситуации мог великолепно привести себя в спокойное такое рабочее состояние, типа я на работе. И вот со всех этих людей, да, кто-то там гармоничные отношения очень здорово выстраивал с другими людьми. Вот с этих всех людей, которые были мастерами каждый в своей области, снимались модели. Но, естественно, с тех людей, которые хорошо формировали свой результат, тоже была снята модель. Но сам по себе результат невозможен. Я вам сейчас объясню, почему. В НЛП вообще-то есть три кита основных. Калибровка, рапорт и хорошо сформированный результат. Что такое калибровка? Калибровка – это когда по мельчайшим невербальным проявлениям человека можно рассказать о его состоянии, об изменении его состояния, о чем сейчас подумал, как изменился ход его мыслей. Правду он говорит вам или обманывает вас? И это реальность, это правда. Вот знаете, прежде чем выстраивать отношения с человеком, нужно его увидеть. И прежде чем воздействовать на какую-то ситуацию, тоже надо бы ее увидеть. А калибровка, она как раз позволяет отличать реальную ситуацию или реального человека от своей галлюцинации. Потому что большую часть времени мы проводим в разговорах с самим собой и в своем собственном сне. Очень редко мы находимся в реальном контакте с человеком. Очень редко мы в основном отвечаем какому-то своему внутреннему диалогу и своим снам. Но это уже, конечно, отдельный разговор. Калибровка, но в технике калибровка называется тонкая настройка инструмента, чтобы не было погрешностей. А в психологии и во взаимодействии между людьми инструментом является наше собственное сознание. Калибровка – это наблюдение за невербальными вот проявлениями человека, который напротив нас, за самим собой, за своим состоянием и за самим процессом взаимодействия. Да? Помните, как в «Аватаре» говорили «я тебя вижу», «я тебя вижу таким, какой ты сейчас». Не таким, каким ты был вчера, не таким, как ты будешь завтра, не таким, как мне хотелось бы тебя видеть, а вот таким, какой ты есть. То есть такое состояние белого листа или гладкой поверхности озера. Если это какой-то наш друг или родственник, нам очень трудно войти в это состояние белого листа, поэтому, в общем-то, предлагается в психотерапии работать не с родственниками, не с друзьями ни в коем случае, а коллегам отправлять. Но это ладно. Второй кит – это рапорт, это технология, специальная технология установления таких отношений со своим партнером по коммуникации, некое такое послание на уровне бессознательного: мы с тобой одной крови, ты и я. И такое вызывание к себе бессознательного доверия, вот доверие на уровне бессознательного. Это работает и с людьми, это работает и с животными. Я это постоянно пробую с животными, кстати говоря, даже с пеликанами. Это очень интересно получается. Получается такой замечательный контакт, от которого выигрывает и тот человек, к которому мы пристроились, или то живое существо, хоть пеликан, и сам коммуникатор, который вступает в рапорт. Как это воздействует на состояние счастья, кстати говоря, я вам буду рассказывать на следующем уроке, на следующем занятии нашем, на следующем выпуске. Так вот, результат – он достигается среди людей. Правильно? Вот как сказала замечательно одна специалист по приматам, один шимпанзе – это не шимпанзе. То есть мы – существа социальные, мы – существа командные. И поскольку нам для достижения своего результата надо не сидеть в медитации, там, да, не уходить куда-то в джунгли или в пустыню, а все-таки взаимодействовать с людьми, которые так или иначе подсвечивают нам какие-то наши стороны, дают обратную связь, калибровка и рапорт –
Это абсолютно необходимое условие для того, чтобы потом начинать строить результат. Ну и когда человек овладел калибровкой и рапортом, тогда уже можно, соответственно, применять вот эту вот технологию, практику, технику хорошо сформированного результата. Да, кстати, я вам говорила, что у меня будет проходить скоро мой курс NLP практик онлайн. И для тех, кто интересуется NLP и его возможностями, я провожу специально бесплатный вебинар. Так что вы на него можете записаться по ссылочке, приходить и посмотреть, что такое NLP и что такое его возможности. Я продолжаю по поводу результата. Это снимали с так называемых визионеров, у которых был такой дар, его можно в себе осознанно сформировать, да, когда человек стремится к какому-то результату, и он может заранее его увидеть, не только увидеть во всех деталях, но и услышать, как вот в этой вот ситуации, когда цель уже достигнута, звучит его голос, какие звуки вокруг него, как он ощущает себя физически, какой на нем костюм, как он ощущает себя телесно в этом костюме, какая у него походка, как у него расправлены плечи, какие запахи кругом. То есть по всем трем модальностям – визуальной, аудиальной и кинестетической. И вот когда человек увидел это по всем модальностям, увидел, да, это я условно говорю, услышал и почувствовал тоже, да, в нем включается ретроспективное зрение, то есть он как бы с высокой такой горы видит свой подход к этой цели. Да? То есть не то, что я замахиваюсь на какую-то огромную цель, там, которая такая громадная передо мной. Нет, я уже там, я себя там уже ощутил. И оттуда так вижу от начала и до самой этой вершины весь путь. Очень круто. И после этого у человека решается, да, он на это, потому что включается режим неизбежности. Режим неизбежности – это когда легче, как бы, да, вот сдохнуть, чем не сделать то, что он от тебя просит. Это знает команда такого вот самого визионера, да, они уже знают, что все, режим неизбежности включился, поэтому эта цель неизбежна, и человек сам для себя, как команда самому себе, все внутри него знает, что эта цель обязательно будет достигнута. И она достигается. Вот это специальная такая практика, которую мы проходим на курсе NLP практик, которая называется «Хорошо сформированный результат». Но опять же, ребята, я хочу повторить, что это совершенно невозможно без овладения калибровкой и рапортом. А калибровкой и рапортом мы на курсе овладеваем целых 5 дней, да? Это не что-то такое. Мы еще потом поговорим о том, как рапорт влияет на состояние счастья, я вам говорила. Так вот, это еще не все. Вы знаете, что цель надо ставить только в определенном состоянии. Вот, допустим, если вы приходите вот такой вот весь, вот такой, и говорите, сформируйте мне результат, помогите мне, пожалуйста, сформировать. Какой там результат получится, как вы думаете? Ведь будущее творится здесь и сейчас, из актуального состояния. Правильно? Все будущее, да, оно формируется именно тут. И вот сейчас, когда вы меня смотрите, тоже формируется ваше будущее. И то, как мы живем сейчас, это те цели, которые мы поставили когда-то себе в прошлом с большей или меньшей степенью успеха. Так вот, здесь на помощь приходят опять некие практики и техники NLP, которые были сняты уже позднее последователями Гриндера и Бендлера с самых разных успешных людей. Это и коммуникаторы, и медики, и гипнотерапевты, и шаманы, и колдуны. Кого там только не было. Вот, кстати говоря, есть такая потрясающая практика, техника в NLP, называется «Круг силы». Ну, символика круга, она очень мощная сама по себе. Ей много занимался Карл Густав Юнг. И, в общем-то, ни одна алхимическая, каббалистическая, да, магическая система не обходится без символики круга. Он сам по себе магичен. И вот, зайдя в круг, определенным образом можно напитаться тем состоянием, которое тебе нужно в данный момент, а потом уже формировать результат. Существуют специальные там практики и корения, о них я когда-нибудь попозже вам расскажу. Существуют разные лингвистические приемы, настолько мощные, что Роберт Дилтс при помощи фокусов языка, которые он разработал, он вылечил от онкологии свою собственную маму. То есть это действительно очень круто. Успешные люди, они обычно очень обращают внимание на то, что они говорят. Вот, приходите на вебинар, послушайте, я о лингвистике там тоже буду много говорить, записывайтесь на него по ссылочке. И лингвистика – это целая, на самом деле, огромная область. Вот на NLP практике на одном мы проходим сколько? 5 лингвистических техник и приемов. Это и контекст согласия, когда мы можем помочь человеку принять правильное решение. Это и метамодель,
это и рефрейминг. В общем, не буду даже сейчас все перечислять, фокусы языка очень-то много всего есть в НЛП. Ну а дальше уже в усложненной программе и того больше, конечно. Так что лингвистика, вот мы в НЛП изучаем как бы два языка. Невербальный язык, он более древний, чем собственный язык. И сам язык, вот с его специальными структурами, которые воздействуют непосредственно на бессознательное. Кстати говоря, в следующий раз я собираюсь вам рассказать, как реклама воздействует на наше бессознательное, то есть каким образом нас провоцирует на ту покупку, которую, возможно, мы даже и не планировали. Вот. А как зомбируют нас на предвыборных кампаниях, это отдельный разговор. В следующий раз я вам про рекламу расскажу. Так что до следующего раза. Если вам было интересно то, о чем я сегодня рассказывала, ставьте лайк, это меня воодушевит на дальнейшие рассказы. И да, напишите, пожалуйста, в комментариях, какие у вас были сведения об НЛП, совпадает ли это с той информацией, которую даю вам я, которая занимается НЛП больше 27 лет. Ну все, пока, до следующего раза.